Так, дорогие товарищи, у нас сегодня интересная лекция. Наконец мы с вами добрались от понятий основных, без которых нельзя рассматривать никакие реальные жизненные процессы, до крупного социального конфликта, который у нас состоялся в России, и, может быть, еще внимания которому уделено совершенно недостаточно, поскольку, так сказать, зрение умственное, оно зависит от владения понятиями. Если люди не представляют, там, что такое политика, что такое конфликт и так далее, то они некоторые вещи, которые происходят у них перед глазами, они просто их не видят. Это касается журналистов. Почему? Журналисты, они описывают, что происходит. Но если они не понимают, что происходит, они говорят те слова, которые они могут произнести. И они не видят, так сказать, картины в целом. А вот что касается борьбы вокруг Трудового кодекса, это тема сегодняшней лекции, борьба вокруг Трудового кодекса, это, так сказать, это крупная проблема, и это крупный социально-трудовой конфликт, который, очевидно, носит политический характер. И вот мы его и рассмотрим. Как появился этот конфликт? Значит, после того, как состоялся переход из социализма в капитализм в России, после этого, соответственно, стал меняться основной закон трудовой. Как назывался у нас закон трудовой после начала 90-х годов и в начале? Он назывался так – КЗОТ. Кодекс законов о труде. КЗОТ РФ. Естественно, я думаю, вам всем понятно, что если поменялась экономическая структура общества и поменялась государственная власть, если власть стала вполне буржуазной, то, соответственно, и законы тоже поменялись. Поменялся ли и основной закон, вот, трудовой закон, кодекс законов о труде? Да, поменялся. Как он поменялся? Он поменялся таким образом, чтобы можно было осуществлять приватизацию, вести капиталистическое хозяйство, и то, что раньше было запрещено, оказалось в этом отношении разрешено. Кто менял? Поскольку у нас в это долгое время, до 1993 года, в течение 2 лет после перехода к капитализму, после реставрации капитализма в России, у нас действовал Верховный Совет, и съезд народных депутатов был, и Верховный Совет, который избирался съездом народных депутатов, и был президиум, соответствующий съезда народных депутатов и Верховного Совета, то, соответственно, законы менялись вот этими органами. И Верховный Совет или Президиум Верховного Совета мог поменять закон, и поэтому все необходимые правки в этот закон были внесены. В 1993 году у нас изменилась форма правления. Именно форма правления, потому что это нельзя сказать, что изменился характер государственной власти. Власть была вполне буржуазной. Ну вот мы знаем, кто был председателем Верховного Совета. Руслан Хасбулатов. Руслан Хасбулатов – это коммунистический деятель или буржуазный деятель? Буржуазный вполне, конечно. Вот коммунистический, они же все из КПСС. Но нет, это другое дело. Вот они, вот в данном случае, они же сделали полностью буржуазные законы. Полностью. Все приватизационные законы прошли через Верховный Совет, но возник конфликт по Конституции сначала. По Конституции. Был затеян процесс изменения Конституции, и он, с одной стороны, шел по линии Верховного Совета. Была создана комиссия. Эту комиссию возглавлял Верховного Совета Ельцин Борис Николаевич. Он же был председателем Верховного Совета. Вот он возглавлял комиссию. Секретарем комиссии Верховного Совета Конституционной был Румянцев. Поэтому тот проект, который вышел от комиссии Верховного Совета под председательством Ельцина, назывался «Румянцевский проект». Кроме того, возник проект Конституции другой, который сейчас считается Конституцией. Вот я задам вас политический вопрос такой, на засыпку. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь голосовал за этот проект? В Верховном Совете или на референдуме? На референдуме.
93-го года Конституция. Ну, такая, она через референдум была принята, соответственно, кто-то тогда доголосовал. Мы же с вами вступили в область политики. В области политики бывают разные чудеса. Вот у вас есть выход в интернет? Да. Вопрос на референдуме, посмотрите, пожалуйста, какой был. Вопрос на референдуме 93-го года по Конституции. Там, по-моему, про Верховный Совет, там, хотите... Нет. На референдуме по Конституции. Считается, или, так сказать, распространено такое мнение, что Конституция была принята референдумом. Поддерживаете ли вы президента, что нибудь такое? Нет, там про Конституцию именно. Вопрос на референдуме по Конституции. Нет, это по Конституции, смотрите, это у вас другие. Одобряете ли вы социально экономическую политику? Нет, одновременно, отдельный референдум по Конституции РФ. Так это статья. Российский референдум 25 апреля 1993 года, это он? Дату я не помню, посмотрите, по Конституции, наберите, по Конституции РФ. Так я так набрал. Ну и что вам дают, какие вопросы? Ну там 4 вопроса, да? Ну, про Конституцию. Первое, о доверии президенту, это не тот референдум, да? Не тот. Второе, доверие в парламент. И да. Третье, там, ну, продолжать ли социально-экономический курс. Ну, это до этого было. А потом был специальный референдум. Народное голосование по Конституции, он так называется. Народное голосование по Конституции. 12 декабря 1997 года, 9 дней Конституции. Да, 12 декабря. 32 миллиона проголосовавших. Да, вот давайте посмотрим, за что проголосовали. Что ставилось на голосование. Так. И должны политически мы это разобрать. И это, так сказать, политический закон. А потом перейдем... Принимаете ли вы Конституцию Российской Федерации, да вот. Или нет? Так, принимаете ли вы Конституцию, да? Да. Вот я могу вас такой сейчас вопрос вам задать. Вы принимаете Конституцию? Если вы не принимаете Конституцию, то вы идете против основного закона, и вас я надо... радикал. Да, и вас надо сейчас повязать на выходе. Я правильно понимаю? Правильно. Причем этот вопрос был задан после... События 93-го года после расстрела Белого дома. И вот к вам подступают и спрашивают, принимаете ли Конституцию Российской Федерации. А как должно быть? Значит, волей судеб я оказался от РКРП членом Конституционного совещания. Поэтому я могу рассказать, так сказать, изнутри, как это все происходило. Конституционное совещание проходило в Мраморном дворце в Кремле. На Конституционное совещание были... обсуждался вопрос о том, о Конституции как раз. Туда имеющие желание дать проекты, Конституции принесли свои проекты. А именно, какие были проекты? Один проект я вам уже назвал. Проект Конституции Румянцева. Председатель Ельцин, Конституционная комиссия. Второй проект Конституции, говорят, что одним из ее авторов является Шахрай. И сам Шахрай это говорил, и другие говорят. Но это, так сказать, как бы неофициальное такое название для него. Но это тот проект, который сейчас считается Конституцией. Третий проект был проект Собчака. Четвертый проект был проект Жириновского. Жириновский, который в других местах выступает как клоун по залу, проходил очень серьезно и раздавал свой проект Конституции. И пятый проект был проект судьи Солнечногорского района Юрия Михайловича Слободкина. Вот этот проект Слободкина предполагал избрание, в Конституции записать избрание советов не по территориям, а по фабрикам и заводам, по производственным единицам. Это его отличало от всех остальных. И еще был один проект КПРФ. За проект Слободкина собирали подписи, их собрали там больше, чем 800 тысяч подписей. На этом конституционном совещании выступал Ельцин. Потом хотел взять слово Хасбулатов, но ему не давали говорить. Члены конституционного совещания стучали крышками, шумели, кричали. И сколько он не начинал, говорить ему не дали. Кончилось это тем, что граждане, которые поддерживали проект
Верховного Совета, их позицию Верховного Совета, они вот с этого конституционного совещания ушли, поскольку это конституционное совещание ничего не обсуждало и не позволяло обсуждать. Там произошел такой, в общем, скандальный эпизод, когда автор проекта Конституции, одного из проектов, Слободкин, подошел близко к трибуне, его схватили охранники Ельцина за руки, за ноги, ботинок у него с ноги упал, ботинок подобрали, отдельно, значит, Слободкин, отдельно ботинок вынесли из зала, и там, значит, в предбаннике выпустили его. Это примерно так это выглядело. После этого значительная часть, примерно половина членов конституционного совещания, отправились в Белый дом, то бишь в здание Верховного Совета, да, и вот там они, значит, продолжали дискутировать между собой, спорить заочно с Ельцином и так далее. Вот так закончилось конституционное совещание. Значит, потом уже было, вы знаете, что... Да. Проект Конституции Жириновского, он вообще как бы чем отличался? Или он не был каким-то там... Как все проекты Жириновского, они ничем не отличаются от основного... Просто было все, да? Да, он еще был на всякий случай запасной. По существу он ничем не отличался от проектов, которые были. Но если очень сильно отличались, как вот проект, который был Конституционной комиссии Верховного Совета, который готовил комиссия Румянцева, под председательством Ельцина, что там сохранялся Верховный Совет, Совет и так далее, название. Никакого содержания, конечно, там советского уже не было, потому что от того, что есть название, вовсе не следует, что политическое – это то же самое явление. У нас вот сейчас Советы есть? Ну, каком? Вот как называется высшая палата Федерального собрания? Совет Федерации. Ну, видите, Совет же Федерации. Совет? А Совет Безопасности есть? Да. Есть. А Государственный Совет? Есть? Собирается иногда. Государственный Совет привлекает губернаторов. Да, Государственный Совет. А у нас ученый совет есть? Да. Университетский есть ученый совет? Есть. Факультетский есть? Должен быть. Ну, так у нас. А потом мы друг другу советы даем. Я могу вам посоветовать что-нибудь, вы мне. Так у нас страна советов. В том смысле, что советов много, а дела мало. То есть, если брать вопрос чисто внешне, то внешне это все продолжалось. И в этом смысле, конечно, конституция Румянцева была вполне буржуазной и вполне обеспечивала, так сказать, дальнейшее движение. Но радикально от нее отличался проект, который сейчас считается Конституцией, потому что в нем была такая безграничная власть президента. И, так сказать, другие органы, они уже такой носили и носят подчиненный характер. Поэтому сейчас бессмысленно обвинять, допустим, тех, кто сидит на этих местах, потому что так заложено уже в Конституции было. Ну и называется, всякое, так сказать, воспоминание о Советах было выброшено. Может быть, и к лучшему, в том смысле, чтобы люди так не путали, видели, что это другое. Появилась Государственная Дума, как было при царе, как известно. Начиная с 6-го года Булыгинская Дума первая. Вот. И, так сказать, вот такая была задача решена теми, кто составлял проект. Теперь, какова должна была быть процедура принятия? Значит, есть установленный порядок принятие Конституции. За проект Конституции, чтобы он стал законом, должны проголосовать большинство пришедших или большинство имеющих право голоса в России. Большинство имеющих право голоса, да? Потому да. То есть, если на другие сейчас... выборы вы можете вот двое прийти, и выборы состоялись. Да. Все. Ну вот, я думаю, что вот этого достаточно. А вот если речь идет о изменении Конституции, то для этого нужно, о том, чтобы принять новую конституцию, для этого надо большинство имеющих право голоса в России. Во-вторых, какое надо получить большинство? Для этого надо проголосовать за этот проект. Не за то, что вы принимаете конституцию, а за то, что вы проголосуете за проект. Есть проект конституции, а есть конституция. Это две большие разницы. И вот тот проект, который предлагал Ельцин в качестве конституции, должен был бы вступить, так сказать, некое соревнование с другими проектами. Правильно? Это что значит? Что они должны быть где-то, по крайней мере, равно опубликованы. Не в том смысле, что нельзя больше, но в каких-то государственных, так сказать, органах образовать, по крайней мере,
те проекты, которые получили, так сказать, широкое общественное признание. Ну, допустим, три проекта, к примеру. Проект комиссии Верховного Совета раз, проект, вот, который будем условно называть проектом Шахрая 2, и третий проект, скажем, проект Слободкина 3. А Шахрая – это, который, соответственно, в котором мы живем сейчас, да? Да. По которому мы живем. Три проекта. Значит, для того, чтобы какой-то проект получил подавляющее большинство, то есть большинство пришедших, для этого надо, наверное, сначала было выделить один. Для этого можно было сначала провести, скажем, рейтинговое голосование и определить, что, вот, допустим, за проект, по которому мы сейчас живем, получил большинство по сравнению с другими проектами. Спрашивается, ставили ли на голосование другие проекты? Нет. Нет. Более того, ни один проект не ставили на голосование. Это как будто до расстрела Белого дома еще происходило, да? Это все разговоры эти до расстрела Белого дома, а голосование это после расстрела Белого дома. Ну, голосование принимаю, да, я имею в виду, что... Октябрьские события, а декабрьский опрос. То есть, чтобы вас опросить, мы сначала расстреляем из танковых орудий Верховный Совет, а потом посмотрим, какой проект взять. Но какой проект взять, вопрос не решался. И этот проект на голосование не выносился. Потому что если я вас спрашиваю, принимаете ли вы Конституцию, Конституция что называется? Не проект, а уже тот... принятый документ, да. Поэтому тот Конституция у нас была до декабря 93-го года. Значит, этот вопрос относился к той Конституции, к той Конституции, которая перелатанная прежде советская, но переделанная для, так сказать, нужд буржуазного общества существовала. То есть к той Конституции, которая действовала в 91-м, 90-м, 91-м, 93-м году. То есть это конституция легитимна, по сути. Это? Да. Значит, вот тут мы же с вами политикой занимаемся. С точки зрения права нет. Она нелегитимна, потому что никто за нее не проголосовал, за этот проект не проголосовал ни один человек. Потому что формулировка еще как бы... Нет, понятно, что ни проект не выносился на голосование. Ну, что, как бы, ну там же нужно было какой-то проект же указать. Ну хорошо, за один хотя бы. Даже этот, допустим, отбросили все остальные и сказали, вот вам один проект ставим на голосование, вы прошли. За ваш голосовать не будем. Мы знаем, что наш пройдет, ваш не пройдет. Но за него также тоже не поставлен вопрос. Да. Кто за проект представлен таким-то, и он должен быть опубликован. Там слова «проект» вообще нету. Нету слова «проект». Нету. Можно понять, что мы просто одобряем старую конституцию. Нет старой конституции, есть конституция действующая. Если говорить, принимаете ли вы конституцию, я и сейчас могу вас спросить. Вы принимаете конституцию? Какую? Какую? У вас тут 10 конституций? Ну, в том, что вы говорите, их как минимум 2. Нет, конституция навсегда одна. Вот кто была одна, а теперь появилась другая. То есть другая конституция, только та была конституция, за которую неоднократно правил Верховный Совет, а эта конституция, которую вообще никто не принимал. Видите разницу? Но если мы так поставим вопрос, то мы должны вспомнить, что вот при всяких политических революциях или контрреволюциях отбрасывается старая законность и принимается новая, утверждается новая законность. При этом... Разумеется, новые законы по старому закону нелегитимны. Ну, допустим, вот все законы, которые приняла советская власть, они по законам, которые были во времена существования временного правительства, как вы считаете, легитимны? Нет. Наоборот, с точки зрения новой законности советской власти, все эти вот старые законы, которые были до октября 17 года, до свидания, они объявляются нелегитимными. То есть эта старая законность, она отбрасывается. Поэтому я бы не делал акцент на том, что это такое чрезвычайное вообще в истории. Ну, как бы там, представьте себе, была королевская монархия во Франции, а потом появились такие смелые люди, как Дантон, Робеспьер, Марат, и совершали революцию буржуазную и отбросили все эти старые законы. Например, о том, о соединении религии там, с государством. Отделили религию от государства, а школу от церкви. А сейчас получается, что только, значит, наши власти... поставили свечки в руки и пошли в православный храм, потом, значит, новый, значит, праздник татарский, теперь надо вроде как тоже спрашиваться. Вот если бы они не играли в единство с православной церковью, то можно было бы сказать, что в России больше всего православных. Мы православные-то никакие не отмечаем. Есть государственные праздники, вот есть Новый год, будьте добры,
А это вы, пожалуйста, отмечайте. Чтобы у нас тут крепежный вот по Невскому ходит. Вы, да, что это? В рабочий день причем. Да, весь Невский перекрывают. В рабочий день перекрывать, как так? А на политический митинг там не то, что на Невский не попасть, а вы... идти на Марсово поле. Да, да, это страшное дело. Вот, короче говоря, это вот отход. Комиссия, это да. Отход от некоторых положений в разной революции. Или, скажем, вот была у нас до последнего времени набережная Робеспьера. Это великий буржуазный революционер. Да, буржуазный или коммунист он? Робеспьер-то. Робеспьер? Да. Что-то вот засомневались? Ну, коммунисты навряд ли. Да их там... Ну, это буржуазный революционер. А Марат? Вот улица Марата. У нас улица Марата, набережная Робеспьер. Как это набережная Робеспьер называется? Почему-то все так вот, когда я перенимала? Воскресенская. Воскресенская? Да, товарищ губернатор. Я использовал... Товарищ губернатор, который очень... Который сейчас? Да, который сейчас. Так недавно как? Ее переименовал по-тихому своим распоряжением. Я просто жил раньше, там недалеко, поэтому... Все. А потому что там была Воскресенская церковь. А это важнее буржуазных революций. Так спрашивается, так у вас же буржуазные... Вот буржуазная власть, это буржуазные революционеры. Так вы их охраняете, там, стерегите, берегите и так далее. Тем более, что мы вот бережем и царей. Там вот Петра Первого стоит? Стоит. Еще одному царю стоит на Исаакиевской площади? Вас это оскорбляет? В советское время он что, мешал кому-то советы, что ли, создавать? Он мешал социализм строить, царь вот этот каменный. Ну как он вам может помешать, металлический царь? То есть, короче говоря, вот тут надо видеть, сказать, некое смешение. Нет, какие-то образы можно воскрешать там. Ну да, вот сейчас вот кидают памятники, вот говорят так, Ленин, но ну, если бы не Ленин, вот эта вся Новороссия, которая попала, стала частью Украины с 22 года, она бы туда не входила, потому что решили укрепить пролетарскую часть Украины и, так сказать, туда придвинули. Благодарны Ленину, да. Как создателю государства. А теперь, значит, те люди, которые хотят получить эту территорию, бьют по тем людям, которые живут на этой территории. По-русски. Вам зачем русские, если вы Украина? Вам тогда и не надо их, не трогайте их, оставьте их в покое. Ну уж Ленину надо быть благодарным, поэтому надо вот там в одном месте обредили в рубашку, вышиванку. Я думаю, это правильно, да. Вот он для Украины сделал столько. А кто оторвал от России Крым? Это Никита Сергеевич. Это же, так сказать, как известно, человек-самодур. Которого обвиняли в том, что он волюнтарист, что он ничего не подумав делает. Ну, чего вы за это цепляетесь-то? То есть, если, когда происходил, говорят, сейчас у нас территории все, ничего не меняется, никакие границы. Как же не меняется, когда весь Советский Союз располосовали на куски? Ну, если собирались его делить на куски, так думайте тогда, зачем вы туда в Крым-то записали, в Украину при разделении? Когда это не было деления, это, в общем, не играло особенной роли. Вот опять Ельцину спасибо. А? Ельцину спасибо опять в очередной раз. Ельцину соглашение Ельцину... вопрос не поставил. Такой. Да, Ельцину спасибо и так далее. Ну вот, это вот тот самый случай, когда, казалось бы, вот проводятся какие-то с виду демократические процедуры, но эти процедуры никакого отношения не имеют к самому... К демократии. Но это не единственный пример. А при Горбачеве, вот ссылаются, это в основном КПРФ ссылается, и многие, наживающие себя коммунистами, что, дескать, вот советский народ проголосовал за... Против Советский Союз. Вот у вас есть... Это, я не хотел бы быть голословным, можете открыть референдум? Да, это... я знаю, там 70% проголосовало. За что? За то, чтобы остаться в одном государстве. Да что вы взяли? Вы посмотрите, это вот у вас вот вы торопитесь. Я же вам говорю, это политика. Мы же с вами что должны выработать здесь на занятиях? Политическую зоркость. Ничего не верим, все проверяем. А Ленин говорил так: тот, кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый дурак. Я прочитал первый раз, обиделся, думаю, что-то как-то вот очень резко. Начал дальше читать, дочитал до следующего такого места, где говорится, тот, кто в экономике. Или в политике верит на слово, тот круглый идиот. Тут я успокоился уже, дальше уже не стал сомневаться. Вот прочитайте, какой считаете там был. Ли вы необходимо сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленных федераций, равноправных суверенных республик? Так, вот, собственно, достаточно. Достаточно. Это дальше уже разговор идет. Вы что такое суверенные республики знаете? Да. Что это значит? Независимые. Вот. То есть это вот план был у Горбачева, ССГ. Из ССГ сделали СНГ. Вам понятно, что такое СНГ? СНГ – это уничтожение Советского Союза как единого государства. Так за что это голосование? Кто за то, чтобы Союз Советских Социалистических Республик, который до этого был федеративным государством, единым, превратить в обновленный Союз чего? Независимого государства. Если Союз независимого государства, Конституция нужна?
Зачем нужна? Если, какая бы у вас ни была конституция, если мы с вами сейчас заключаем конфедерацию, то есть союз независимых, да, то я должен с вами согласовывать свои действия? Нет. Нет, а вы со мной? Тоже нет. Нет. Вот если мы с вами проголосовали, вот мы вдвоем проголосовали против вас, вы сказали, ну хорошо, а я буду делать, как считаю нужным. Я в 80%, между прочим. Их чего? Я куда явка-то? Явка на обман. На обман. На обман. Причем обман состоял в том, что люди думают, что они голосовали. За сохранение. А на самом деле это такой силлогизм. Да, был да. Союз не суверенных государств, а каких республик? Советских. Каких? Как в гимне пелось? Союз, нерушимый, республик? Свободных. Свободных. То есть мы с вами свободно соединились в единую федерацию. А теперь нет, свободных нам не надо, суверенных. Но суверенных это значит разделились. Если союз суверенных государств, то, естественно, никакой... То есть, такой, как бы, сам вопрос, так, как бы, обманка, что-то в этом роде, да? Да не в этом роде, это большой обман. Поэтому, когда люди говорят, что мы тут голосовали, наоборот, вот если, наоборот, если народ проголосовал, большинство, сколько, говорите, 80, да? 80% за обновленный союз, в котором были, союз, превратить его в союз суверенных государств. А я вот мы с вами собрались. Я буду играть в Бориса Николаевича, ты будете этим самым Шушкевичем, а вы будете Кравчуком. Так, мы будем как народ решил? Или будем против народа? Народ решил сделать союз суверенных государств. Вы против народа? Против народа. Вот. Горбачев против народа. Нет, Горбачев не против народа. А теперь, значит, те, кто подписывали, Горбачев-то это и предложил. А кто вопрос на референдуме формулировал? Яковлев да Горбачев. Так рассказывают, как будто время кто-то сформулировал, с неба упал этот вопрос. Вот мы не знаем, кто формулирует вопрос на референдум. Вот я вам сейчас вопросик предложу. Так вот, давайте проголосуйте, вас зарезать или повесить. И выбор совершенно свободный. Если я сформулировал вопрос, как вы выберетесь отсюда, из этого референдума? Против всех. Ну, а эту графу мы убираем. Как вы, у нас уже убрано сейчас. Потому что такие наши... Вот пока не возвратились, пока вам такой вопрос. А когда ее вернут, вас уже не будет. Сердцем голосовали. Это политика. За Советский Союз. Так, ну вот такая ситуация была с Конституцией. Теперь, я думаю, вы не будете удивляться после этого предисловия политического тому, что стало происходить с Кодексом трудовым. Значит, в 1996 году вдруг в российской газете, которая была в то время газетой как бы ну, парламентской, Государственной Думы, вдруг появляется... Сейчас она газета правительства. Вдруг появляется проект Трудового кодекса Российской Федерации. Не экзот, а проект Трудового кодекса Российской Федерации. Без обознавательных знаков. Знаете, как раньше в советское время? Вот опубликовали в «Правде» и все. Это как бы редакционное. Но это было понятно. «Правда» – значит, орган Центрального комитета КПСС. Значит, это от КПСС. Тут, по крайней мере, концы тут легко найти. А тут опубликовали. Народ профсоюзный обеспокоился чрезвычайно, потому что уволить можно было, согласно этому тексту, вот однократное грубое нарушение трудовой дисциплины. Вот сегодня я смотрю, уже 2 минуты, опоздали. А у вас нет. Отчислили. По кодексу, за однократное, грубое. Ну, вам кажется не грубым, а мне кажется грубым. Я же буду увольнять. Живете сейчас, грубым или нет? Ну, кто определяет, кто будет писать? Тот, кто пишет приказ. Не вы же будете определять. То есть, теперь, значит, полная мобильность рабочей силы, и никаких там, дескать, чтобы равенство было у мужчин и женщин полное. Дети с детьми также в ночные можно отправлять в командировки там на 40 дней. Это не важно. А иначе это приводит к тому, что вот из-за этого, чтобы этих женщин не берут на работу, потому что их нельзя отправить, так вот, чтобы они, так сказать, их никто не выпихивал, пусть они остаются и так далее. Ну и прочие всякие вещи, которые... Значит, вместо согласования с профсоюзом, учет мнения. Вот высказывайте свое мнение в отношении того, сколько вам поставить на экзамене. Давайте. Я учел ваше мнение. Что это означает? Это означает то, что раньше так сказать, шутили в советские времена, что пошел в райком, там состоялся обмен мнениями. Пришел со своим мнением, ушел с мнением райкома. Вот такая ситуация. В общем, народ обеспокоился. В том числе, хотя в то время уже был у нас создан фонд Рабочей Академии Общественного Объединения в 1994 году. Ему исполняется в декабре 20 лет. И вот, значит, фонд Рабочей Академии обратились только те профсоюзы новые,
прежде всего профсоюз докеров, дескать, что делать? Дескать, давайте мы дадим критику этого дела. И мне пришлось вот в этих переговорах принимать участие. Ну, а вот если вы дадите критику, это значит, что будет означать? Пропаганда того, что вы критикуете. То есть так вот ее кто прочитал, кто не прочитал. Сейчас мы напишем, что мы с этим не согласны, что, а вот, значит, что-то такое делается созидательное, а мы с этим не согласны. Значит, есть какое-то положительное, позитивное начало, а есть люди, которые против этого выступают. Это вроде как хулиган. Поэтому я сразу товарищам сказал, что если вы хотите всерьез в этом деле политически поучаствовать, то нужно взять и сделать другой проект, противоположный, который бы все те завоевания, которые были за все годы, начиная с уложения о промышленном труде, которое было в 2013 году, и когда можно было обратиться к начальнику нельзя, но к старости своему можно было обратиться и высказать все, что вы думаете, чтобы он рассказал начальству, о чем думает народ. Вот за все время существования было несколько кодексов, они все время приспосабливались. К чему они приспосабливались? Это же не какой-то такой закон, который сваливается вдруг. Это тот закон, который притирается к определенным общественным отношениям и по отдельным вопросам учитывает те ситуации, которые складываются. Поэтому, значит, вот поставил вопрос о том, что надо такой проект разработать. И вот мы такой проект разработали. Два товарища, так сказать, начальник консалтинга правового отдела профсоюза докеров морского порта Санкт-Петербурга, профсоюзной организации докеров морского порта Санкт-Петербурга, Федотов Константин Васильевич и я. То есть мы составили проект, вот, и начали его обнародовать. Постепенно печатали в одном месте, в втором месте, в третьем месте. Распечатывают, распространяют по профсоюзным организациям. И это привело к... Получилось так, там безымянный какой-то проект, а мы про него молчим. И мы внесли проект от имени Фонда рабочей академии. Фонд рабочей академии, зарегистрировано общественное объединение. И начали искать депутатов, которые бы его внесли. И искали мы их довольно долго. А к тому времени было два депутата, один Григорьев, из Соснового Бора с атомной электростанцией, депутат от РКРП, и еще один депутат Корсаков, член Совета рабочих Москвы от КПРФ. И вот мы с ними договорились, они приехали на заседание Российского комитета рабочих и побожились, что мы его внесем. Народ сомневался и, так сказать, с них требовали. Так вы внесете? Да, внесем. Обещали, проходит время, ничего не вносят. Тексты есть, в котором сохраняется согласование, сохраняются те завоевания, которые... И дальше, так сказать, то, что нужно. Сокращение рабочего дня, уменьшение вредности на производстве, расширение прав профессиональных союзов и так далее. И вот на одном из заседаний Российского комитета рабочих докер Тимофеев сказал товарищу Шейну, товарищу Корсакову, ну, если я... давайте вносите скорее, потому что я чувствую, что если вы не внесете, это все... Вы уже сгниваете быстрее, чем идет этот процесс. Нам пришлось напечатать газету по поводу поведения этих обещавших народных избранников. Газета «За рабочее дело», где такая была карикатура, значит, ботинок, которым таракан это прибивает этим ботинком, а таракан говорит, у меня парламентская неприкосновенность. И вот я появляюсь с этой газетой, и раздаю Корсакову и Григорьеву в Думе. Они, значит, они уже почитали, уже видели. Они, ну, ваши люди, что? Я говорю, только что люди, вас никто не тянул за язык. Ну, не вносите. А ведь у нас какая ситуация? Кто может внести законопроект? У вас есть право законодательной инициативы? Нет. Нет, а у вас? У кого? И у меня нет. У кого есть? У депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, у Верховного Суда. Президент. У президента, у арбитражного суда и у председателя, нет, по-моему, все на этом. И все. То есть право, если вы хотите что-то внести, вы можете написать, но вы должны идти к какому-то депутату, то есть там у правительства есть. Но у правительства, а не у председателя правительства. У председателя правительства нет такого права. Позиция правительства должна быть. Да, да. То есть он подписывает, конечно, но это не его лично. Поэтому эти товарищи сказали, ну, конечно, вообще это ужасно то, что вы сделали, но мы внесем.
и внесли. Куда они внесли? Оказалось, что они внесли, собственно, не на заседание, а в Совет Думы. И туда еще записали еще двух товарищей. Ионина и Шандыгина. Шандыгина я знаю, это был из Брянска водитель. Ионин никогда не видел, какую фамилию я это слышал. Четыре депутата. Достаточно популярным человеком. Четыре депутата внесли в этот проект. Он там некоторое время походил, его благополучно оттуда выкинули. И был такой вакуум. В 96-м году было опубликовано, где-то в 98-м уже внесли новый законопроект. И вот он там, значит, побывал, и все. А поскольку мы уже поставили вопрос, что вот тот проект, который предлагали, это удавка вообще на теле трудящихся, и что он ухудшает положение всех, а профсоюзники шумели примерно так, что это вообще конец. Если будет тот принят, то все. Так сказать, все на этом, все права отнимают у рабочих. Феодальное общество. Да, феодальное общество и так далее. Ну, вот я бы сказал, что чрезмерно, конечно, что они перепугались. Тем более еще, да, не надо сдавать позиции до самого противоречия, до конфликта и до этих всех процессов. Но, тем не менее, вот, так сказать, были люди перепуганы, и очень, так сказать, члены профсоюзов во многих концах России, так сказать, тоже выступали против, и начали поддерживать наш проект, а мы начали потихоньку собирать за свой проект отзывы. И собирали, так сказать, собрали много-много отзывов крупнейших профсоюзных организаций России с разных областей и так далее. И никто не брался его вносить, тот проект, который был опубликован. Потому что все ждали, будут сейчас новые выборы, новое правительство, и все понимали, что если ты внесешь такой проект, дальше не пройдешь. И президент не хотел вносить. То есть вроде был проект, но мы-то внесли, нас выпихнули. Тогда, наконец, был, когда вот сейчас очень пропагандируют правительство Примакова, говорят, он такой, прям коммунист, не раз коммунист, и так далее. Прямо левое такое правительство, оно нас спасло вообще от кризиса. И вот, а поскольку Примаков и в возрасте, и точно знает, что его прогонят, он взял и внес. И сделал то, что прямые представители буржуазии боялись сделать. А он, конечно, не прямой, но тоже представитель буржуазии. Вот он внес этот проект. Так, а чей проект-то был в итоге? Правительство. Правительство, да? Да. Но поскольку мы к тому времени, поскольку мы начали раньше, а в политике это большое имеет значение, на 2 года, то этот правительственный проект... Его никто не хотел защищать. Значит, туда пригласили наших товарищей, в том числе из юрфака, вот, из заведующего кафедры трудового права, еще одного юриста, так сказать, которым платили деньги, чтобы они защищали правительственный проект. Но он стал непроходным, потому что там предшествовали этому всякие обсуждения, круглый стол в Думе. Вот, причем это в качестве в правительственном проекте стояло, что можно было натурой платить зарплату. Помните тогда? Бутылкой можно было заплатить, телевизор на тюленом заводе, бельем, игрушками. Я вот приходил в Нижнем Новгороде, товарищ Пауков, такой был слесарь, у него 6 телевизоров. Я говорю, что вы смотрите, это 6 телевизоров. Это зарплата, говорит, моя. Я говорю, как же это ваша зарплата? Это не зарплата, это вы сейчас торгуете продукцией предприятия. Вы этот самый отдел сбыта. Но бесплатно в нем. То есть вам же, ваш второй раз еще, вы должны время потратить рабочее. Сбыть? Так вас за это тоже надо еще получить зарплату. А вам это сбагрили, а потом кому это нужно? Если сейчас такая зарплата маленькая, где вы это получите? Уже нет того завода и нет того Паукова. Короче говоря, ну были ситуации там, ну, если гробы делают ваше предприятие, чем зарплату вы? Гробами. Так были прецеденты, что гробами. А бутылками стеклянными, представляете, ты не знаешь, как сдать, а тут вам нагружают. А помните, сколько ходило людей, белье продавали везде? Это людям ивановским, на ивановских предприятиях выплатили зарплату. И это все под лозунгом новый современный экзотик, новый современный кодекс о труде, когда даже зарплату не платят. Это что такое натуроплата, как в колхозе. Сеном, я еще понимаю, можно как корову откормить. Или продукции какой-то. Продукты какие-то, зерно там, свинью откормил. Ну, как это можно сделать? Значит, мы там в своем проекте записали запрет этой натуроплаты. Разумеется, я говорю, а что хорошего? У нас кругом сейчас детская преступность. Мне пришлось выступать на обсуждение этого проекта, на заседании Государственной Думы, но такое специальное, не, так сказать, не официальное заседание, а на круглом столе, где присутствовали члены Государственной Думы в большом зале,
Ну, я, в общем-то, так сказать, прошелся по этим. Говорю, вот представляете, у нас такая безнадзорность, такая преступность детская. В это время, значит, туда записывают, дескать, это вот у нас современный новый экзот, новый трудовой кодекс, что можно, так сказать, женщину в ночную смену отправлять с детьми, с малыми, и можно отправлять, так сказать, в командировки. Причем там было написано так: в командировке требуется согласие женщины. А у нас стояло согласие профсоюза. Ну, человека само собой, профсоюза. Но если профсоюз согласие не дал, то ваше согласие ничего не значит. А поэтому человека нельзя было на него нажимать, вот я на вас нажимаю, соглашайся. Он говорит, да я бы сюда вел с удовольствием, довольно, посмотрите, вот он же злодей, ни за что не даст согласие. И все. А тут получилось, что, ну как вот, вот женщина, если ее выкинут с работы, и что она будет делать, ей есть будет нечего. Поэтому это вот согласие человека ничего не означало. Это потеря вообще защиты. Это они еще и профсоюзы как бы роли уменьшали, соответственно, что они только консультативные, да, как бы. Да. Ну вот, надо сказать, что, причем там бы выступал Жириновский, и вот он выходит на трибуну, я говорю, сейчас вот... Со своим проектом, нет? Нет, ну он со своими идеями по трудовому кодексу. Я говорю, сейчас вот Владимир Вольфович скажет, когда я буду президентом, у нас никто не будет, никогда женщина не будет работать, ему сидеть дома, только мужики будут работать, получать свою зарплату. И вот Жириновский подходит, а я там достаточно громко это сказал, он подходит, когда я буду президентом, как рохнут все. То есть вот они с этим все ходили, и в общем получилось так, что по всем опросам правительственный проект не забирал. А нас все больше и больше набирал. И тогда, значит, решили пойти товарищи по другому пути. Значит, начали появляться новые проекты. Появился проект 8, профсоюзный. Это, значит, профсоюзное руководство во главе с Шмаковым натянуло вожжи, запретило всем своим профсоюзным работникам поддерживать наш проект, письменно хотя бы, больше нам никто уже не стал пересылать ничего. Вот, а сам проект был, в общем-то, ну, так сказать, несколько менее резкий, но в основном такой же, как правительственный. Проект 8 назывался он. Но эти, не объявлялся, что он от профсоюза, но все эти 8 человек профсоюзные оказались представители. Да. А КПРФ? КПРФ ничего тут не делала. И вам не помогало? Нет. Сейчас я вам расскажу про КПРФ. Это очень тоже интересно. Очень интересно. Дальше появился проект Московской Государственной Думы. Знаете, как бывает, вот, когда ложные цели выпускают вот, самолеты? Тут много-много летит самолетов. Потом появился проект Яблочный, и автором его был Голов. Ну, это было особо интересно, потому что Голов, когда я был секретарем комсомольской организации на Матмехе, Голов у меня был культсектор. Он был двоечник, плохо занимался. Жена у него была отличница, очень такая толковая, умная, Катя Голова. А он потом как-то вот, я его след потерял, и он потом появился уже в Госдумах. В Госдумах золоченые очки, мобильный телефон и такой очень солидный, гораздо более солидный, чем я сразу признаю. Так в этом у него записано было в проекте то, с чем я его так сказать, просто это трепал по телевидению многократно, что дети до 8 лет не более 120 часов в год могут трудиться. До 8 лет? Да. За фашизм. Это да. Причем я как-то в Думе разговаривал с его помощницей. Она говорит, что у вас там написал-то ваш хозяин, барин? Такое не может быть. Со мной был Федотов, он говорит, сейчас сел, дайте я вам покажу в вашем тексте. Показал я, она, значит, онемела. Ну, а меня приглашали на телевидение наше, причем так довольно забавно, значит, в 6 часов вечера звонят, Михаил Васильевич, вы не могли бы к 7 подъехать на телевидение, тут вот Голов будет выступать со своим проектом, а вы бы, так сказать, комментарии бы дали. Я говорю, ну ладно, хорошо. Я всем приехал, они за 5 минут спрашивают, а вы что скажете? Ну, я говорю, скажу, что это вот такой проект сочинили держатели детских публичных домов, потому что я другого объяснения нет. Так и скажете, так и скажу. И вот они, значит, сидели и смотрели, как я это скажу. Вы сказали это? Я это сказал. Вот сидели вот как мы с вами, сидели мы рядышком, ну, хоть бы вот ухом повел или, так сказать, критикуем или что-то сказал, да, промолчал. Но он тоже был непроходной. Поэтому этот проект с таким привеском совершенно был непроходной. Проходной был с вами. Еще у нас вот сейчас этого преследуют ЛДПРовского Митрофанова. Еще проект Митрофанова появился.
Сейчас ему там что-то какие-то инкриминируют нарушение уголовного кодекса. А тогда этот Митрофанов тоже сделал проект. А на нашей стороне тоже были изменения. Значит, сначала этот проект, поскольку выпихнули тот проект, который давала четверка, Корсаков, Григорьев, Ионов и Шандыбин, то долгое время проект был, а инициативы не было законодательной. И вдруг Кавляни, тот, который известен по Теймураз Георгиевич, в свое время председатель рабочего комитета в Кузбассе, известный лидер, так сказать, рабочих забастовок 90-го года. И вот он внес. Причем на первых этапах они взяли проект, так сказать, и вместе с членами Совета рабочих Москвы немножко там его доработали, и его Авляни внес. И донес его не до Совета, а до Совета Думы. А тогда существовал такой порядок. Если он в Совете зарегистрирован проект, он должен дойти до пленарного заседания. Его выкинуть нельзя. Сейчас можно уже. Сейчас вот мы с вами внесли, а потом Совет Думы собрался и решил, что... То есть демократия развивается. Вот. Потом и все было хорошо, и этот проект все больше и больше набирал, сказать, по опросам все больше и больше голосов. Правительство металось, потому что правительственный проект непроходной, восьмой тоже непроходной. Начались вот эти вот много-много-много, но никто не альтернативно составлял. А тут вдруг, на счастье, закончилось у Авляни срок депутатства. И его, он попытался снова тут в Ленинграде проходить, а ему сказали, что у вас какие-то нарушения есть, якобы. И сняли с выборов. И проект провис. То есть как бы его по закону, его проект, он все равно должен был дойти до пленарного заседания и пойти на голосование. Без него. Его могли и не пригласить. И тогда новый депутат появился от Астрахани, Шейн Олег Васильевич. Он был учителем истории в школе, а потом он был, вот у меня занимался в ИПК, где я работал на кафедре экономики и права, и написал дипломную работу про проект Трудового кодекса. И мы договорились с Авляни, что будет теперь называться проект Авляни-Шейна. И внесен был тоже второй проект Авляни-Шейна. То есть Авляни, само собой, шел без Авляни. Потом проект Шейна Авляни такой, где Авляни, так сказать, здесь приставка была, а Шейн главный, поскольку действующий депутат. А потом мы, поскольку находили сторонников в числе различных профсоюзов, в том числе очень активно присоединились к этому авиадиспетчеры, нужно было доработать с учетом их пожеланий, в частности, профессиональные соглашения учесть, не только коллективного договора. Значит, мы его доработали до такой степени, что сделали потом проект Шейна. Это третий был проект. У нас, то есть на нашей стороне был тоже три проекта. Один проект Авляни, второй проект Авляни-Шейна и третий проект Шейна. Но, так сказать, разработанный фондом рабочей академии. Это цели или что? Но это все разработанный фондом рабочей академии. Три. И вот тут подступаем к тому, о чем вы, значит, спросили, но прежде чем подступить, что я хочу сказать, что вот поскольку это вопрос был о принятии закона, то есть вопрос сугубо политический, то есть вопрос был о экономическом положении работников в России, но поскольку это было связано с формированием закона, то этот вопрос стал весьма политический. Это выразилось и в средствах его продвижения. Кроме всяких круглых столов и дискуссий, товарищи авиадиспетчеры устроили голодовки в поддержку этого. А докеры приехали в Москву и устроили большой митинг у стен Госдумы, куда теперь уже не пускают. Там еще вот теперь Думы с двух сторон. Имеются теперь как бы маленькие куриные такие избушки, домики, где, значит, сначала проверяют, прежде чем вы туда попадете в бюро пропусков. Бюро пропусков со стороны Георгиевского проезда. И там вас проверяют, есть ли у вас пропуск. Если нет, то вас дальше не пропускают здесь. Поэтому сейчас уже там и не может быть никакой. А там был митинг. Причем митинг был довольно горячий, и, скажем, товарищ Жириновский пробивался через всю эту толпу
И какая-то старушка его хорошо палкой, так сказать, стукнула его по голове. И после этого он при голосовании воздержался и не стал голосовать против проекта Фонда Рабочей Академии. Да, ну и один из «Единой России» тоже проголосовал «за». То есть это чудеса. Но на том краю умные люди наконец встрепенулись и поняли, что надо что-то делать. И создали комиссию Слиски. Помните, такая была Слиска в Думе? Да. Очень авторитетный депутат. Они создали такую комиссию и создали компромиссный проект, поднатаскали из нашего проекта кое-что хорошее и, так сказать, поставили, тоже его выдвинули отдельно. И он сразу стал набирать больше, чем предыдущий. Скажем, вот у нас появилось то, что надо в феврале будет выходной день, 23 февраля. И в комиссии Слиски появился тоже 23 февраля. То есть у нас такие пошли сближения. И всякие, вот у нас было, что запретить вообще натуральную оплату, а там, значит, ограничить 25%. Ну, а кто будет делать 25% по этому? Поэтому вот сейчас осталось, прошел их проект, но 25% кто будет платить этими бутылками 25% и остальное деньгами? Это вообще отвалилось. Или телевизором. Это все отвалилось. То есть надо сказать, что благодаря вот этой, так сказать, наступательной такой позиции, которую мы заняли, и благодаря тому, что товарищи поняли, что надо какой-то компромисс найти, политический компромисс или политико-экономический. Получилось, что вот этот впервые проект, который шел от работодателей, получил шансы на прохождение. Вот тут многое, конечно, зависит от КПРФ. Тогда КПРФ много было депутатов. И вот в 2001 году голосовать должны были в июле, 3 июля. А в июне 2001 года, 6 числа, собрался съезд профсоюзов, посвященный этому вот вопросу. И выступали товарищи, говорили, что они будут поддерживать проект Фонда Рабочей Академии. А от КПРФ выступал секретарь по рабочему движению Серегин. И вот остается месяц до голосования, он говорит, мы свой проект мы не предлагаем, за этот мы не будем, и за этот не будем, а мы будем поправки вносить. Но уже остался месяц, никаких поправок нету. Их. То есть, так сказать, пытались товарищи уйти. Продались. Нет. Уйти, так сказать, от прямой и бесповоротной постановки вопроса. А надо было или за это, или за это. Ну и поскольку от нее уйти было нельзя, то в момент голосования им пришлось решать. А поскольку им пришлось выбирать, я должен сказать, констатировать, в плюс для КПРФ, они все едино фракции проголосовали за проект Фонда Рабочей Академии. И он получил 189 голосов депутатов, а надо было 224. Не добрал. Против проект Фонда Рабочей Академии получил меньше, чем проект Слиски. Но проект Слиски получил больше половины. И прошел. А сколько получил проект Слиски? 220? Больше, чем 226. Больше. Он получил вполне достаточное количество. Это вот не тот случай, как с Конституцией. Все нормально. Проголосовали. Получил он большинство голосов, все легитимно, так, все законно. Так Госдумы, сейчас вообще проблем никаких. Сейчас бы 450 проголосовал, ну, 420, 430 за наш проект проголосовал. Да, все в порядке. Значит, ну мы что сделали? Мы, там же прилагаются поправки, мы весь свой проект в виде поправок подали от имени Шейна снова в Думу. Это второе чтение уже? И еще во втором чтении снова стояло голосование и дотянули почти до 220. Но не добрали. Вот, так сказать, результат. И с того времени, еще был один эпизод очень интересный. Значит, когда шла дискуссия по проблеме Трудового кодекса, товарищи юристы, которые стояли на той стороне, они доказывали, что это самый такой технически выдержанный, юридически тонко отработанный документ. Как только был проект принят, те люди, которые за это получали деньги, за эту пропаганду, сразу прибежали в Думу, дескать, давайте мы вам поможем его улучшить, сделать его юридически тонким, точным и так далее. И, значит, со мной проводили такие переговоры на тему о том, что вот у нас есть очень много замечаний, мы хотим от вас получить заключение. И прислали нам на заключение Фонд Рабочей Академии вот такой том предлагаемых поправок. Товарищи эти докеры, прежде всего, с ними ознакомились, пришли в ужас от такого объема.
Вот. Потом мы с ней посовещались и решили поступить следующим образом. Разделили всю эту вот кучу поправок, которые появились сходу, как только принят уже, на три части. Первые – те, которые можно учесть. Это было бы улучшение, если бы их принять. Второе – которые надо отместить, потому что их ни в коем случае нельзя принимать. И дальше, а третья часть, самая большая – информационный шум. Это люди, которые хотят, как говорится, чтобы их правки, да, попиариться, и чтобы их правки вошли в трудовой кодекс, чтобы можно говорить, моя вот там, вот, а мы вот что-то внесли, и чем мы занимались. Я вот эту поправку внес в трудовой кодекс Российской Федерации. И вот мы отправили следующее письмецо. Кстати, вот эту классификацию сделали, отправили письмецо на имя министра тогда, соответствующего юстиции, о том, что вот, значит, так классифицируются все поправки, а наше предложение Фонда рабочей академии, как одного из авторов одного из проектов, что в школе проголосовали за этот проект Слизкий, так не надо метаться, что надо дать практике какое-то время с ним поработать. И когда накопится уже достаточно большая юридическая практика применения этого закона, тогда делать правки. А сейчас этим заниматься ни в коем случае не следует. Поэтому предлагается положить все эти поправки в долгий ящик. Нам прислали благодарность и положили в долгий ящик это все дело. И с того времени в долгом ящике этого самой поправки идут. Но в последнее время стали его править. Вот сейчас, если вы пойдете в книжный магазин, там можно увидеть трудовой кодекс по состоянию на такое-то октября, по состоянию на такое-то сентября 2014 года и так далее. Причем я вот был в магазине уже по состоянию того сентября или октября, которого еще нет, а уже есть кодекс. Прохоров требовал 12 часов. Поэтому, конечно, когда полез Прохоров с этим, он, сказать, получил... Вот тот самый Исаев, это был автор этого проекта 8, он, так сказать, противник был нашего кодекса, но вот тут уже Исаев вот выступал против Прохорова, потому что, конечно, ну, если бы Прохоров был чуть-чуть поумней, он бы не предлагал больше, чем при царе. Потому что это, ну вот, как говорится, не... Не, можно обосновывать, что изменилось. Да не важно. Характер работы там, якобы, она стала легче и прочее. Не рассказывайте. Такой химии и такой и электромагнитных излучений и вибраций, какие есть сейчас, конечно, не было тогда. О чем вы говорите? Вот. И таких-то литейных цехов, таких вредных тоже, и производство, и канцерогенность, общение с канцерогенными веществами, как, да, допустим, Еврохиме. Такого не было. Поэтому это все ерунда. Но самое главное, что величайшее, опять я возвращаюсь к буржуазной революции. И я обращаюсь, потому что, сказать, вот я нахожусь в буржуазном университете, я буржуазный профессор. Но я могу потребовать, чтобы, по крайней мере, сказать, какие-то достигнутые буржуазии передовой завоевания не разрушались. Это правильно будет? Это же буржуазное завоевание. Отделение школы от церкви, церкви от государства. И это 8-часовое рабочее день. Что, 8-часовое рабочее день? Большевики, что ли, провели? Или кто ликвидировал полицию? Большевики? После февральской революции был уничтожен корпус жандармерии и департамент полиции. И внедрена народная милиция. И когда Дмитрий Анатольевич нам рассказывал, что вот милиция появилась с октября 2017 года, это не совсем так. С октября 2017 года появилась рабочая милиция, а народная милиция появилась при буржуазном правительстве и создана буржуазным правительством. Ну, как-то надо знать. Ну, что, нельзя же вот ругать вот так вот. Я, так сказать, не хочу хвалить за все буржуазное правительство, но есть вот вещи, за которые можно же похвалить. А что такое народная милиция? Это милиция, которую народ должна защищать. А полиция не должна народ защищать. Полиция – это второй вариант, сказать, охранных структур, которые защищают тех, у кого деньги. Ну, у вас денег мало, а у меня много, меня надо защищать. Я себе найму соответствующие охранные структуры, на которые могут по закону об оружии купить, внять в аренду. Оружие, после того, как получат лицензию на эту деятельность, я вот, скажем, соответствующую подготовку прошел, или у меня, так сказать, бумага есть на то, что я могу, так сказать, пройти следующий этап, там, аренду оружия. Ну, нет такой необходимости. Я надеюсь на защиту государства.
То есть наряду с этим еще появились вот эти охранные структуры, которые дополнительно защищают. Поэтому некоторые товарищи на вопросы о законности так смотрят, как на неважное дело, потому что они-то защищены. Ну и что, что много убийц и насильников? Если вы на меня попадете, вас сразу застрелят. И никто не будет спрашивать презумпцию невиновности и так далее. И на Рублевке живут, да, убийцы. Да, и все. А сказать, если 61 человека убил битцевский маньяк, то смертная казнь к нему не применяется. Хотя известно, что вот был такой французский социалист Поль Галей, который говорил, что пусть смертную казнь отменяют господа убийцы. Это что значит? Нет таких преступлений, нет таких наказаний. То есть зачем ее изымать из кодекса? Надо изымать из жизни это дело. А ограничивать можно. Вы чем хотите убедить этого самого убийцу? Убийца сейчас знает, что он вот вас убьет, его точно не расстреляют. А он вас расстреляет. Видите разницу? Ну, тут смысл в том, что как бы, я не сторонник смертной казни. Да? Тут смысл в том, что мы как общество, как в глобальном смысле, отказываемся от того, что вот эти люди, убийцы и маньяки, вы отказываетесь, вы отказываетесь от защиты тех, которых общество должно защищать. Никакими наказаниями, в том числе и расстрелом, в том числе и электрическим стулом, как в Соединенных Штатах Америки, в том числе и уколами. Там, газовая камера? Там так, нет. Нет, я говорю о том, что сейчас есть в Америке. Там. Газовая камера тоже есть в Америке. Как смертная казнь применяют? Да, это да, я да, просто не знал. Да, видите, да. Вы у вас богаче, конечно. Газовая камера есть, там такие стульчики, экран, как там это газом человека травят, приходит губернатор садится, соответственно. Видите, как все, придет цивилизованная страна. То есть никакими наказаниями ликвидировать такие преступления, которые порождаются, так сказать, социальным неравенством и так далее, нельзя. А вот, скажем, вот таким различием в уровне богатства, у нас вот самый большой уровень, 32 в России. Тогда 15 раз говорили, да? А? Говорили 15 раз. Вот, 16 официально. А 32 вот у нас здесь выступал на днях петербургской философии академик Нигматуллин. И он приводил данные о том, что фактически 32. А если вы возьмете Соединенные Штаты Америки, в 9 раз между 10% самых богатых и самых бедных. Если вы возьмете Европу, 7-9. А если вы возьмете Скандинавию в Европе, 3-5. И это, кстати, видно, вот вы приедете в Финляндию, там видно маленькие такие заборчики и скромные дома, вот таких дворцов, которые здесь вот в курортном районе Санкт-Петербурга там не обнаружите. Ну, чтобы они были вот в частном владении. То есть колоссальное неравенство. А если есть такое неравенство, не удивляйтесь, что те люди, которым нечего есть, будут убивать тех, у которых есть что. А которые, как про них говорят, они все бедные, у них и садовник бедный, и кухарка бедная, и повар бедный, и шофер бедный. Все мы бедные. У нас на кафедре ВПК философии и культурологии работал заслуженный деятель науки Саготовский. Он говорил так, что вообще в животном мире нет такого, чтобы просто одно животное другого животное загрызло. И съесть может, а просто так вот, ради того, чтобы загрызть, такого не бывает. Поэтому если, так сказать, представители человеческого рода подняли руку на человека, они себя вывели из человеческого общества. Поэтому от них надо освобождаться, как от тех животных, которые не люди. Второй профессор вот, Уваров, тоже покойный, он заведовал кафедрой философии и культурологии, говорил, что вот ссылается на то, что могут быть ошибки. Могут быть ошибки во всяких делах. Это неизбежно. Ну, так вы приговорите, а лет через 10 проявите в исполнении. А 10 лет, пожалуйста, выясняйте, чтобы все 10 раз было проверено и перепроверено. Значит, куда спешить-то? Нет у нас задачи просто... Вот вы правы, что нет задачи вот человека лишить жизни. А есть задача, так сказать, обеспечить предупредительное значение этого наказания, чтобы меньше старалось сюда идти. Сейчас же наши убийцы знают, что они вас точно убьют, а это приводит, с другой стороны, к внесудебным расправам. Вот сейчас, скажем, объявляется режим контртеррористической операции там, в том же Дагестане, в каком-нибудь районе. И вот вы подозревались. И вот, говорит, этих подозреваемых, потому что боевики убиты. Да. А что тут есть? Презумпция невиновности, задержание, обвинение, знакомление с делом. Да? Поэтому получилась вот какая получилась ситуация, что вместо того, так сказать, получилась такая ситуация, что все равно
Вот получается, что расстрелы есть, но они не судебные. Так а вот Чикатило, например, не останавливало наличие смертной казни? Чикатило не останавливало, потому смертник Чикатило кого-то бы остановил. А вот деньги как раз не остановили. Вы когда-нибудь не знакомились с тем, как сейчас организовано в тюрьмах? Вот если вы придете и у нас вот в кресты понесете передачу, то а там строгий список, вот это, вот это и вот это, и раз в месяц, и от близких людей, друзей, товарищей и родных. Но вы можете толкнуть вот комнату, вот там сидит тетенька на компьютере. Вы можете продиктовать, заплатить деньги там на 10% дороже. Купить торт, твердую колбасу, апельсины, яблоки и вообще что хотите. Разница то ваша, вот, которую раз в месяц сегодня принесут. Еще ваш паспорт в окошечко возьмут такой, не знаешь, отдадут обратно или нет. А здесь она это вам даст квитанцию, и будьте здоровы. И завтра вам все это будет получать. В тюрьме такое же социальное неравенство, как в обществе. Не говоря уже о том, что после 23 часов в этих самых СИЗО можно получить телефон и позвонить. Можно сходить в другую камеру, позвонить. Но это все требует оплаты. И как вы думаете, если у нас, так сказать, люди есть не подкупные на государственных должностях, неужели в тюрьме это лучше? Вы верите в то, что вот если у нас есть, так сказать, люди, которые есть коррупция где-то в других учреждениях, то в тюрьме ее нет? Вы верите? Нет, да, почему? Я опять что-то не верю, я же здесь живу. Ну вот. Не первый год. Ну вот, так что. Хоть не в тюрьме, но все равно все верю. Да, так что я думаю, что это нам должно быть совершенно понятно. Поэтому предупредительное значение наказания состоит в том, что не ставить преступников в лучшее положение, чем обычного законно действующего гражданина. Сейчас вот преступник в лучшем положении. Вот и меня могут убить в любой момент преступники, и зная, что их-то точно не расстреляют. Вопрос, опять же, пожизненное заключение, это тоже непростое наказание. Вы хоть знаете хоть одного человека в мире, который просидел пожизненно? Тут недавно выпустили его в Германии. Это раз. Я знаете? Думаю, очень много. Думаете или знаете? Назовите. Ну, по фамилии там не сложно. Ну, кто вы? Это первое. Второе. Вот представьте себе, что вы отец. Вот вашу дочь изнасиловали, убили, и вы пожизненно будете кормить. И платить надо будет за каждого $30,000 в месяц каждому. А он будет там на острове сидеть, значит, смотреть в интернете, гулять. Это в США вы имеете в виду? Почему? У нас. Среди у нас такие тюрьмы пожизненного заключения. Для пожизненного заключения. Комсомольская правда об этом писала. Судя по кадрам, что? Вот колония «Черный лисенок», он так называется, да. Это и специально для тех, кто садится. Да, там не очень приятно сидеть, судя по кадрам, как их там водят и как их там, соответственно, как они там сидят. Чуть там не в одиночке. Это кто не платит? Не в одиночке. Вот вы будете, поскольку вашего убили ребенка, 30 тысяч в месяц, ну, не только вы, и я, и он, и он. Вот я не хочу, например, платить. Не хочу я содержать убийц. А? Это вопрос о жестокости наказания. Это не о жестокости наказания. Это вопрос, это не более жестокое, вопрос о неотвратимости. Это и вопрос о разрушении личности. Личность преступника разрушена. И вы его никакими, так сказать, такими вещами, что он будет пожизненно сидеть, потому что он знает, что он заплатит деньги и выйдет. Что, вы не знаете, как вертолет заказывали и улетали из тюрьмы? Не знаете таких? Я тоже слышал историю, да. Недавно. Года полтора, наверное. Причем... По телефону дозвонился, привели, заказал, улетел. Ну, как-то так. Потом все-таки его поймали. Ну, Тара, молодец. Здорово организовал. Звонил на телефон, да? О чем вы говорите? Так, ну, вернемся к нашим проблемам. Короче говоря, применительно к вот той проблематике, которая есть, то есть мы не должны опускаться на уровень. И в советское время был вопрос, когда отменяли смертную казнь. Потом пришлось ее ввести. То есть вопрос это еще связанный с тем, вот, какое государство, крупное или маленькое. Это если бы у нас была Швейцария, это касса. В кассе никто никого не убивает. Все стоят тихо в очереди, получают свои миллионы и уходят. А если вы берете Соединенные Штаты Америки или Совет, или Россию большую, то здесь, так сказать, размах этих преступлений и масштаб, и организованной преступности такой, что тут по-другому надо к этому относиться. Вот хорошо, у нас нет смертной казни, а вот этих самых казнили тех, которые на Дубровке? Ну так как казнили? Казнили? Во время спецоперации. Во время спецоперации. А спецоперацию надо было их во время спецоперации казнить, потому что если бы их тогда не казнили во время спецоперации, вся бы мировая общественность кричала, что не надо их трогать.
плевать вот на тех. Они все равно, вот вас бы уже убили, еще про вас говорить, вас уже нет. Давайте не будем наказывать того, кто его убил. Он-то живой, а мы живой не должны трогать этого комарика-бандита. Вот в чем штука. Поэтому люди идут на эти спецоперации. Потому что если они не пойдут, убивают судей, взрывают прокуроров, следователей. Вот вы побудете в операции, в ситуации следователя, и вы поймете, что следователь беззащитен. Придут и убьют. И причем они знают, что следователя они убьют, это тоже наказание для следователей. А встречного наказания нет, поэтому они убивают. И это, так сказать, шире распространяется. Поэтому, то есть, Бастрыкин, председатель Следственного комитета, который у нас из нашего университета, однозначно выступает за смертную казнь, потому что он насмотрелся на этих людей, которые даже делают так, чтобы вы пришли на это место, где был теракт, а тогда второй теракт взрывается, чтобы те, кто пришли, еще погибли. Вот что делается. Поэтому по отношению к противникам государства, конечно, должны применяться соответствующие меры. Радикалы-то все равно, они сами себя убивают. Ну, этим их не испугаешь. Это другой вопрос. Вот этих радикалов бы столько не было, если бы у нас не было столько безработных. Пойдите в Дагестан, самое мирное было место. Сейчас везде там безработные. Если есть безработные молодые люди, которым некуда податься, вот это вопрос трудового уже кодекса и трудовых конфликтов. А к ним приходят и говорят, хотите, вот стипендию будем вас учить воинскому делу и исламу. А потом мы вам объясним, что вот вы обмотаетесь этим самым поясом, и вы-то улетите на небо, а неверные вот мы. А мы улетим прям в ад. И всего того, вас кормят, поют, одевают и снабжают. Поэтому, конечно, эти вопросы решаются не то есть одним наказанием или какими-то мерами принуждения, такие проблемы социальные не решаются. Так они порождены пороками нашего общества. Да, конечно. Но почему вы пороки нашего общества хотели отнести на свой адрес? Вот в этих есть противоречия, есть противоречия в обществе, есть противоречивые люди, которые туда и туда, а есть носители противоположных тенденций, позитивных, прогрессивных, это одни, и они за это не отвечают, они боролись, но у них сил не хватило в этой борьбе. А есть носители реакционных тенденций, они последовательно ведут свою разрушительную линию, поэтому речь идет о том, чтобы нейтрализовать, так сказать, и обезвредить общество от носителей негативных тенденций, вот и все. В самой крайней их форме. Мы избавляемся от последствий, понимаете, не избавляемся от причин. Мы казнили человека, а проблему-то мы от этого не решили, проблему безработицы. Проблемы вы так не решите, но вы предупредите тех, кто будет этим заниматься, его ждет то же самое. Я вас уверяю, что, так сказать, вот между смертной казнью и тем, что я буду жить в других условиях, существует очень большое расстояние. И на это расстояние немало. Смертная казнь негуманна, в конце концов. Конечно, негуманна. У нас вся жизнь негуманная. Значит, о чем вот мы с вами говорили? Вот мы говорили о том, что некоторые вопросы крупные, если они затрагивают весь класс, или, так сказать, наиболее сознательную часть класса, и с другой стороны, если выступает класс не так, как вот Прохоров, неорганизован, ну что он там, хоть он с РССП договорился, но он, в общем-то, с классом не договорился, то они приводят к политическому столкновению. Это политическое столкновение у нас вот в такой широкой форме имело место вот в 90-е годы до начала 2000-х годов. И поэтому, скажем, то, что вот мы видели в выступлении Прохорова, это отголоски того большого конфликта, который имел политический характер. Поэтому и здесь отношение к выступлению Прохорова было такое. Прохоров, так сказать, заменил как бы свой завод по Йомобилю с билбордами, с бессмысленными высказываниями, с своим портретом. И светодиодный завод не сделал здесь, который он обещал. Йомобиль. Да. Ни того, ни другого нету. А, так сказать, потратил деньги на вот это вот дребедень. Партия из этого. Да. Ну и что? Нет ни партии толком, нет ни президентства. И, так сказать, он показал, что он собой представляет. Вот, так сказать, как вроде бы довольно симпатичный, казалось бы, человек, так сказать, достаточно молодой. А? Засветился. Да. Как все про него знали до того? Что... Ну, и до этого знали. Ну, знаете, думали, что вот отступает человек там, молодой еще, веселый. Ну, человек такой, предложить 60 лет, причем еще предложить показать свою безграмотность. Потому что когда человек говорит, это повысит производительность труда, это говорит о том, что он в области экономики абсолютный,
Невежа. Я боюсь, что это не он. Что такое производительность труда? Это когда за больше продукции, за меньшее время. А когда больше продукции, за большее время. Но это надо понимать, что чем больше у вас рабочий день, тем в следующий час больше затраты труда. Там нелинейная зависимость. В два раза большее время, а в четыре раза больше затраты. Поэтому эти вот увеличение 40-часовой до 60-часовой недели приводит к этому. Не говоря уже о том, что всякого рода, так сказать, участие в государственных делах, управление, культурное развитие, учеба и так далее, все это ликвидируется тем самым. И вот сейчас новая волна, и на этом я закончу, новая волна, МОД, предложила рассмотреть вопросы, давайте на четырехдневку перейдем, без изменения весенней рабочей недели. То есть пусть работают 4 дня по 10 часов, а 3 дня. А что они будут делать 3 дня? Водку пить. Мы знаем, что они делают. И уже знаем, что те, кто работает по 12 часов, пьют водку. Причем, когда они работают, никакой профсоюзной организации, никаких общественных дел, никакой учебы. И эти занятия надо прикрыть в магистратуре, потому что если вы будете работать по 12 часов, о чем говорить? Поэтому мы, конечно, так сказать, мы шутим с заведующим, дескать, вот они там, надо меры применить. Мы же понимаем, что люди находятся на работе уже это время. И поэтому, если это, так сказать, увеличить еще рабочее время, оно и так увеличивается, без всякого закона. Правильно? Прекрасно, без всякого закона увеличивается. Нет, так нужно еще сделать закон, чтобы не платить сверхурочные. Вот сухой остаток, мелкотравчатый такой, получить дополнительную прибыль и выжать из рабочего сверхурочные, не платить сверхурочные. Так, закон так плохо соблюдается в России. Да. Так соблюдается, но это нарушение закона. А вот сделать, чтобы это нормой было. Видите разницу? Вот. Вот по этой линии тут. Но это политический вопрос. То есть вообще движение назад от 8-часового рабочего дня – это потеря тех завоеваний, которые дала буржуазная революция. Давайте это и зафиксируем. То есть двигаться надо немножко вперед. Ну, посмотрите, 35 часов есть в Германии, во Франции. Люди, так сказать, развиваются культурно, учатся, с семьями общаются. Живут как люди. В этом смысле. Они живут в капиталистическом обществе, там есть эти самые противоречия, их эксплуатируют. Но это лучше, чем быть крепостными крестьями или рабами. А здесь хотят сделать рабов. Или людей, которые, так сказать, вообще ничего не понимают, потому что они вот как работают у нас гастарбайтеры, так и работают. Почему их, так сказать, так ценят? Потому что это золотое средство повысить занятость наших работников, увеличить им рабочий день беззаконно. Без особенной, без дополнительной официальной платы. Вот такая картина. Спасибо за внимание. Спасибо вам.